Чё, всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас новая игра на канале под названием Poppy Playtime. Погнали! Темно, пипец. Сука! Ну, блин, как я мог на это купиться вообще? Так, ну давай руку туда. Я теперь две. Опа! Опа! Могу пятюньки давать. Да куда ты... Да куда ты прилепил? Где рука? Я потерял руку! Коли ты смотришь, красный. Красный, глаза стоят, нас все согласны. Собирай давай, моя барахло. Круто. Так, круто. Да твою налево. Да блин, на ощупь иду. Сука. Блять, кринс ебаный. Давай, выходи. Руками-то трогал, понял. Все, пока. Пока. Все, победил тебя, тварь. Все, игра пройдена. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Примерно так я бежал на работу в субботу. Тоже прикольно видит. Моя подушка. Давай еще. Именно так я готовлюсь ко сну. Давай, выпрыгни мне в лицо. Давай, прямо на лицо, прямо сюда. Блин, по звукам это было стрёмно. Wake up! Ага, прикольно. Покорми меня. Надо игра в кальмара, бро. Да, руками нельзя пользоваться. Я понял, руками нельзя пользоваться. Мяу-мяу-мяу. Опа. Ну, изи вообще. Говорит, детская игра. Не-не-не! А где она? Я озвучил эту дрянь. Где она? А что такая медленная-то? Куда ты пошла, дрянь? Как это произошло? Вот это не понятно, зачем. А, может... А, куда я занес? Черт! Я забаговался. Сука, я сломал игру. Я опять нашел баг в игре. Я почти мармок, но не он. Голубой вагон бежит, качается. Старый поезд набирает ход. Кажется, дорога там кончается. Хаги-ваги впереди нас ждет. Чух-чух, мазафака. И скоро летсплея. Пока.